Чуть я так устала. Клубничка. Делала. Постила. Набор. Это все постила. 10 вкусов. Какая же вкусная клубника. Уже макияж сняла. Ребенку дала. Насыпала тарелочку. Муж не хочет. Он пастилу ест. Сегодня собирали маленько. Вкусно. Что я аж прям подустала собрать коробки. Не запутаться, какой где вкус. Десять вкусов. Ну да. Не запутаться, куда какой положила. Вкуснота. У нас есть всю, потому что стоять не будет, лежать не будет. В холодильнике, я имею в виду ведре, стоять не будет. Поэтому надо съесть. Она вот даже вот такая, сладкая. Можно даже зеленую рвать и есть, она будет сладкая сейчас, осенью. Он тоже. Надо уже ложиться отдыхать. Хочу завтра на рынок ехать. Торговать. Торгашка, блин. Ну, а что делать? Куда деваться?